Приветствую всех, кто посетил мой канал. Здесь вы сможете найти то, что ищете. Меня зовут Лена, и мы начинаем. Сегодня мы будем с вами готовить мыло ручной работы. У нас вот такая формочка есть. Будет у нас розочка и кексик. Для этого я беру красный, малиновый. Вот для розочки хочу малиновый сделать. Лесные ягоды, будет пахнуть очень приятно. Для кексика мы возьмем, наверное, мы возьмем коричневый. И у меня есть шоколад. Начнем. Нам нужно для этого порезать мыльные основы. Итак, берем мыльную основу, ставим микроволновку, минуты на полторы, на две. И, ну, в принципе, будем смотреть. Пока плавится, я вам расскажу, зачем мы режем на кусочки, на вот такие кубики. Чтобы равномерно все плавилось. Потому что если мы возьмем один большой кусок, естественно, будет плавиться неравномерно и будет приносить какие-то неудобства. Расплавилась наша основа, получилось у нас, ну, почти 100 грамм. Итак, что мы делаем? Заливаем. Мы сейчас возьмем отдельно, нальем наш, и будет розочка, и будет кексик. Мы возьмем половину, нальем здесь. Половина останется. И первое, что мы сделаем, это кексик. Кексик у нас будет коричневый. Вы смотрите. Мы добавляем краситель. Буквально совсем чуть-чуть. Чтобы цвет у нас получился. Мы можем наблюдать. Можем капельку капнуть. И размешивать и смотреть на цвет. Если считаете, что вам цвет нравится, то в принципе можно с ним уже работать. Если нет, смотрите, какой прозрачный, красивый, если видно. Вот, смотрите. В принципе, мне уже нравится. Больше добавлять не буду, не хочу темный. Так, сделаем мы либо карамельку можем добавить, либо у меня здесь был шоколад где-то. Я хочу попробовать, наверное, все-таки шоколад добавить. Вот, смотрите, у меня есть горячий шоколад. И я хочу, наверное, добавить все-таки горячего шоколада в кексик, больше подойдет, мне кажется. Ой, запах. Плохо, что камера не передает. Аромат потрясающий. Буквально 5-7 капель. Так, помешаем. Прекрасный вообще аромат. Итак, берем формочку и заливаем. Аккуратно, аккуратно заливаем. И отправляем остывать. Итак, приступим к нашей розочке. Добавляем малиновый краситель, чтобы розочка у нас была красивая. Буквально капельку и следим за цветом. Если вам подходит цвет, то можете продолжать дальше. Если не подходит, смотрите, какая красота происходит. Если не подходит, то можете добавлять еще.
Я все-таки добавлю маленькую капельку. Одну маленькую капельку. Оп. Так, смотрите. Мне просто хочется, чтобы оно было насыщенное. Вот, смотрите, как красиво получается. Так, смотрите, что у меня есть. У меня есть пигмент очень красивый. И мы буквально совсем чуть-чуть добавим в розочку, чтобы она у нас блестела. Смотрите. У нас будет розочка блестеть. Не с тобой, я с тобой. Пока нет, Софичка, что со мной? Я хочу тебе помогать. Хочу тебе помогать. Ой. Мы можем заливать розочку. Хорошо, чтобы все слои у нас заполнились розочкой. Как блестит. Смотрите, какая красота получается. И вот наша розочка готова. Мы ее отправляем остывать. Итак, друзья, вот что у нас получилось. Мы достаем это все. Смотрите, какая красота. Софочка, тебе нравится? Да. Смотри, покажи, покажи. Красиво как, смотрите. Вот такая розочка у нас получилась. А он понюхай. Подаришь мне? Подарю, конечно, подарю, подойди, конечно. Подойди. Смотрите. То, что мы с вами добавляли перламутра, смотрите, как она блестит. Идеально просто вышло. А смотрите, кексик какой у нас красивый получился. Супер! Смотрите! Это ж настоящий кексик! Мам, я черви. Теперь мы можем его украсить. Я черви покажу. Но я это черви уже... покажу. Это уже в следующем видео. Я вам покажу, как мы будем делать кексики с украшением. Друзья, подписывайтесь, делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. И я вас жду снова на новом моем видео. Всем пока, хорошего дня, до новых встреч!